Прогулка в городском парке для 5-летней девочки закончилась визитом в больницу. Как объяснила мама ребенка, девочка неудачно съехала с горки и получила травмы, в том числе сотрясение мозга. Как выяснилось, конструкция, где получена травма, предназначена для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Мы с вами уже наблюдали, да, и видели все, что на каждой горке, на каждом аттракционе существуют ограничения по возрасту. Эти ограничения указаны на табличках на каждом аттракционе, допустим. И если есть, да, у родителя сомнения пускать туда своего ребенка, то можно с этой информацией ознакомиться и уже для себя принять решение. За безопасностью в парке следят и камеры фото-видеофиксации. На сегодня там работают 34 прибора. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте администрации во вкладке «Город».